прямому ефірі студія «Репортер». Добрий вечір, я Віталій Хемій. Підбиваємо підсумки другого туру виборів і виборів загалом. Працюємо в прямому ефірі. Майже переміг Володимир Зеленський на виборах. Це нікого не здивує. Вже завтра, я так розумію, 100% протоколів буде оброблено. Якщо у вас є якісь питання до наших гостів, а сьогодні в гостях Ігор Кисельов, журналіст, вітаю, Дмитро Шпінарьов, продюсер, відома особистість, приємна людина взагалі, також вітаю. Телефонуйте 34958. Так, питання на інтерактив ставимо таке: чи є у вас надія на краще майбутнє? Таке філософське питання. Якщо так, 0487848081. Якщо у вас немає такої надії, 0487848082. Дмитро, перше питання до вас. Одразу після закінчення дня виборів я прочитав ваш пост у соцмережі Facebook. Ви чекали на те, що діючий президент України Петро Порошенко після голосування подзвонить Володимиру Зеленському, привітає. І так сталося. Це такий чоловічий вчинок. Да. От видите, хто управляє страною у нас. Я написав, він подзвонив. Связь простая. Ну, для мене було, як і для нас всіх, мабуть, важно було создати таку традицію. Создати традицію, коли вже в перші минути, сразу після оголошення екзит-полів, ну, если экзит-полы не показывают там 50-03 против 49-98, президент поздравляет, в смысле, кандидат проигравший поздравляет кандидата выигравшего, для граждан Украины становится все сразу понятно. Они, там, тот, кто победил, отмечает, что его кандидат победил, тот, кто проиграл, с горя отмечает, что его кандидат проиграл, и уже на следующий день утром все идут на работу по своим делам, заниматься своей жизнедеятельностью, если можно так сказать, и не сидеть еще неделю, экранов будет, не будет, а протестование, суды. Вот это хорошая, нормальная традиция, и главное, что она... Получилось, она сработала. Сегодня утром все там собирались утром на всех предприятиях наверняка. Совещания, аппаратные. Первые 5 минут все нормально, все закончилось. И дальше поехали работать. Давать стране чугун. Поэтому я доволен. Ігоре, якщо аналізувати виступ саме Петра Порошенка після виборів, що ви почули особисто для себе, які меседжі, можливо, виборцям під час вже парламентських виборів? Будем расшифровывать. Я бы оценил это как правильный поступок и не искал бы в этом заявлении что-то такое, что даст нам возможность как-то прогнозировать или смотреть вперед о том, что будет делать Петр Порошенко. Мне кажется, что на сегодняшний день надо дать небольшую паузу политикам и политическим структурам для того, чтобы закончилась перегруппировка сил, которая началась после первого тура. Самая поведенка Володимира Зеленського, його перші слова, не треба, може, їх там серйозно якось аналізувати, це все ж таки ще перед виборчою переможна ейфорія, тому що ми не бачили таких серйозних заяв, і, можливо, вони вже будуть там за тиждень, за два. Ну, чому? Сьогодні дуже показательне заявлення представителя штабу Зеленського о том, що понижение тарифов возможно только очень потом, при снижении уровня коррупции. Я очень хорошо помню один из запросов, где уже Зеленскому давали около 70% во время второго тура голосования. Так вот, те вот граждане, там, по-моему, 72 было с копейками, 72,4, которые были оброшены, больше половины из них, там, по-моему, 51, первое, что ожидали, это понижение тарифов на коммуналку. Так что я их поздравляю с победой Владимира Зеленского. До нас приеднався Виктор Зоніс, наш коллега, журналист. Пане Викторе, питання до вас таке. Орієнтировочний такий відрив, да, 75-25. Чим це можна пояснити, такий відрив колосальний? Деякі ЗМІ пишуть про розгром, там ще такі недосприємні. Ну, я би так просто к этому не относился, вот схематично. Выборы были не за Зеленского, выборы были против Порошенко. Я думаю, что кто бы ни оказался во втором туре вместе с Порошенко, он бы выиграл. Я не знаю, кому бы Порошенко мог проиграть, ну разве что Кошулинскому, еще каким-то там одиозным, однофамильцу Тимошенко. То есть это выборы были не против, не за Зеленского, а были против Порошенко. И это понятно. И во многом помогли этому журналисту-расследователь, те, которые вытащили Свинарчуков,
люди про все знали, про все догадывались. Но когда это все выливается в рамках предвыборной кампании, он был обречен. Но, честно говоря, я Зеленского очень сильно не завидую. Потому что не выбирали будущее Украины, как это ни звучит кощунственно, очень многие. Они выбирали, дай мне пенсию, добавь, причем с понедельника, снизь тарифы с понедельника, забор почини, ну я образно говорю, с понедельника, все с понедельника. А он это делать с понедельника не будет. И то, что выборы, инаугурация будет проведена в конце месяца, мая месяца, это Зеленскому на самом деле на руку по одной простой причине. Немножко люди подостынут, немножко привыкнут к тому, что завтра этой пенсии не будет, и тарифы на коммуналку тоже не будут завтра снижены, и будут наработаны какие-то законы. В противном случае, с первого же дня и после инаугурации, он будет терять процент, рейтинг свой, и будет терять их очень сильно. А оппоненты его будут набирать, потому что Зеленского очень легко будет критиковать на следующий день после того, как он станет президентом. Вот только что говорил коллега уважаемый, что он уже сказал, что тарифы снизить не может. Правильно? Это не вин, а его речники. Да, нет, ну вот аргумент такой привел. Так. Да, он действительно не может снизить тарифы, потому что это не в его компетенции. И именно это сказал речник, что это не в его компетенции. А не то, что он не может снизить. Так мы хотим страну. Или мы хотим халяву? Панове, але такі... Важно для Дімы я отвечу. Так. Но он сказал, что это возможно, но потом. Он не сказал, что это невозможно. Ну, ребята, внимание. Это борьба с коррупцией может привести к уменьшению тарифов. Все понятно. Это правильно. Все понятно. Але ж такі наш виборець. Це наші співвітчизники. Ми повинні поважати їх. Ну, так по виборцу доктор. Я тут погоджуюсь. Подождите, мы тоже вот четыре выборца и два оператора, они тоже выборцы. Мы же не знаем, кто за кого голосовал. Зачем нам доктор? Так нет, доктор нужен, причем доктор в каждом направлении. И он есть у Зеленского. Вот как раз Комаровский меньше всего нужен, на мой взгляд. Дивіться, так, Віктор таки дуже важливу тезу озвучив про те, що виборці чекають від саме президента, що їм вкрутять лампочку, зроблять там дорогу, собор чи щось інше. Ми повинні нагадувати, що ми живемо все ж таки, по-перше, в парламентсько-президентській республіці. По-друге, нас чекають не менш важливі парламентські вибори. По-перше, ми не живемо поки взагалі. Ну, за Конституцією. По-друге, наш народ, которому ми принадлежимо теж, ми хочемо, щоб президент не ворував. А ми самі готові не ворувати, ребята. Каждый на своем месте. Не, мы не готовы. Мы хотим жить, как и жили, сейчас... и зарплата. Что он может украсть? И эфирное время. Я ж, тихо. De mortuis aut bene aut nihil. А присутствующие, как о покойниках, плохо не говорят. Я не знаю, что он может украсть. Пусть подумает. Может, что-то и найдется. Но народ хочет получать зарплату в конвертах. Если есть такая возможность. Мы ничем не готовы поступиться. Но, Зеля, мы же за тебя голосовали. А ну дай нам. Дай нам, как это? И больше будет разочарование. Ребята, значит, если... зависит же не от Зеленского. Вот он есть Зеленский, улыбчивый такой, мало пока связно говорящий, мову не знающий достаточно. Это все у него будет. Важно, кто все будет делать. Назовите мне, кто будет у него сейчас генпрокурором, кто у него будет председателем РМБО, кто у него будет главой Нацбанка и кто у него будет представителем СБУ. И я вам, не надо гадалки ходить, напророчу все, что будет в ближайшие 5 лет. Для меня важнее ближайший быть год. Губернатором Одесской области, потому что может появиться фамилия генерального прокурора Сидоров, и мы будем дальше разбираться между фейках. Часть будет писать «Сидоров вор», часть говорит «Сидоров молодец». Украинский народ за небольшие деньги готов тебе уже сказать, кто будет губернатором. Я извиняюсь, вы не весь украинский народ. Нет, я не весь, так я говорю, что я хочу, а не весь украинский. Дмитро, пролунала така теза, частково можна погодитися, що голосували не за Зеленського проти Петра Порошенка. Все ж таки підтримували пана Зеленського, але підтримували його, в тому числі його образ. Образ людини, яка ось за четвертою стіною, вона ось тут в моєму домі, в квартирі з 2001 року, клуб веселих та кмітливих, квартал, кіно, це своя людина. Виталий, смотрите, да, ведь за Порошенко тоже голосовали в свое время, просто мы это забыли, как за другого человека. Это был богатый человек, который вселял, человек, который своими действиями объединял страну, и Порошенко представлял,
опытный министр экономики, министр финансов. Закордонных справ. Закордонных справ, извините, закордонных справ. И то, по-моему. И мы думали, что вот на смену старых элит приходит новый человек. И этот новый человек оказался представителем тех же старых элит, все то же самое, что было до этого. И поэтому, насколько я понимаю, да, голосовали не за конкретного Владимира Зеленского, родившегося в Кривом Роге на 95-м квартале, а голосовали принципиально за человека не из системы. Потому что в системного человека уже народ не верил. И нужен был человек не из системы, которому вот давайте мы ему дадим попробовать что-то сделать. Потому что у этих зуб на холодец, нічого не вийде. Але якщо у Володимира Зеленського людини не із системи, є в команді експертів, в команді майбутніх прокурора, міністрів, люди, які пов'язані зі старою системою, як на це реагувати? Ви мене опять спрашуєте? Так. Спочатку вас, потім... Слушайте, ми проходили в 20 веке, спочатку большевики розогнали всех, потом поняли, что надо кому-то работать и начали призывать спецов, тех, которые были специалисты в своих делах. Вопрос же не в том, человек из системы или не из системы. Вопрос, какую задачу он реализует. Если он раньше реализовывал задачу собирать бизнес и завозить наверх, это одна задача. Он прекрасно, как менеджер, с ней справлялся. Если ему ставится нормальная зарплата, говорится не обирать, работать и выполнять задачу, и говорится о том, что если ты вдруг попадешься, то никто за тебя не впишется. Это по-другому может работать этот менеджер. Я бы так, сказал, Виктор, бы абсолютно не согласен. Немножко, тоже абсолютно не согласен. И, это нормально? Нет, это не нормально, это хорошо. Я думал, что я буду совсем согласен. Это скучное время бы проходило. Первое. Забудьте мантру. Это мой совет, это не требование. Про старую систему. Мы все трое вышли из Советского Союза. Я думаю, что вы четвертый вышли. Тогда давайте выбирать президента, кому сейчас 15 лет. Не надо говорить про старую систему. Не имея новой системы, нет понятия старая система сегодня. И пусть мне покажут пальцем, кроме Шпинарева, хотя бы одного в этой стране бизнесмена, который очень честно не давал откаты-прикаты, не через таможню не проводил в серую, а то в черную свой товар. Думаете, Порошенко какао-бобы вчистую растабашивал всю свою жизнь? Нет, так рой делался в этой стране, так строились законы. Так кого вы хотите, ребята? Но только должен прийти мессия. Но мессия сюда не придет. Рано ему еще приходить. Поэтому пока вы будете помнить про старую систему, это конец. И последнее, я заканчиваю. Это конец, это ни к чему не приведет. Потому что завтра вывод, вы молодой человек, через 5 лет тоже будете приближать к старой системе. Так я уже вещеваю себя. Напрасно, да. Ну, неважно. Так я хочу сказать еще самое главное. Забудьте, будем копать новых, получим таких же непрофессионалов, как мы получили в новой полиции. Не забудьте про старую систему. Надо брать людей порядочных. А даже если человек не очень порядочный, но профессиональный, его нужно ставить в такие рамки, что в нем инстинкт самосохранения сработает. Вон с прокуратуры порегистрировали, к чему иллюстрация привела. Девочки, мальчики, мы с ними пофотографировались, а теперь они прекрасно берут, только они расследовать не умеют. Пане Игоре, опануйте. Ну, все, что вы долго говорили, сформулирую одной вещью, которая... Все очень просто. Она забывает. Здорово. Итак, Игорь. Спасибо, что не перебивает. Значит, сформулировать надо все очень просто. Не надо. Я согласен с одним, что говорить о системе — это глупость. Дело в том, что у нас забывают, что коррупция — явление экономическое, а не политическое. Решать экономические вопросы политическими чаяниями и голосованиями — полнейшая ерундистика. А если деньги, простите, что? За должность, это не политическая коррупция? Еще раз. Еще гроши за посаду идут. Так я хочу пойти на должность губернатора. Собирай деньги уже второй день. Если я насобираю и дам взятку Зеленскому, это будет, а он возьмет, это будет экономическая и политическая коррупция. Бороться с этой коррупцией надо экономическими методами, а не политическими. Достаточно просто. Ну, сделайте одну простую вещь. Упростите бухучет до уровня приход и расход остаток. Вы получите... На должность губернатора назначение. Тебя назначили. Мы уже всю страну упростили. Дима, все очень просто. Должность губернатора должна перестать быть выгодной, поэтому не будут даваться деньги. Ну, пока к этому не придут, этого не будет происходить. Вопрос, что это нельзя... Вот это рецепт. Нельзя сделать это за один день. Я должен отдать должное
Петру Алексеевичу Порошенко, что тренды и направления были выбраны правильно. Безусловно, коррупция процветала, действительно, безусловно, будет процветать дальше. Если на сегодняшний день из этого государства убрать коррупцию, то вот это вот все здание, оно просто рухнет. Потому что очень многие реальные экономические процессы у нас не могут происходить без коррупции. Ну, например, элементарное наполнение бюджета. Да? И таких вещей, и таких вещей, и об этом можно говорить очень много. Да, Игорек, да? Ты знаешь, такая... То есть, смотри, очень просто. То есть, какие экономические методы? И так можно по каждой, скажем так, по каждому направлению жизнедеятельности страны. В таможне можно, Дима наверняка больше сталкивался. С таможней я вообще не сталкивался. Да, вот я знаю, что там, например, бумаги, там, по-моему, список более чем из 20 пунктов, какая-то бумага, там, печатная, такая. И этих 20 пунктов, да, совершенно разные таможенные платежи нужно платить. Если будет один бумага, не будет коррупции, потому что не за что будет давать взятку. Найдем. Сделать. Игорь, ты знаешь, вот, значит, все это, секундочку, теперь давайте вернемся к выборам. Такие расширенные. Давайте вернемся к выборам. Из того, что вы говорили, и вы, и ты, я абсолютно согласен. Но на самом деле, смотрите, что произошло. 25% Порошенко, они могут оказаться куда больше, чем те 72 с чем-то процентов Зеленского. Почему? Потому что это 25% Порошенко чистых. А в 70% Зеленского громадный антирейтинг Порошенко, который ему набивали, и не только команда. Так об этом я говорил. Не только команда Зеленского, но и все остальные. Я вот к чему хочу прийти. Есть еще одна вещь, о которой говорили, и я считаю очень важно напоминать. Кроме безусловного ожидания Мессии, есть еще такая штука. Была выбрана очень интересная технология, о которой будут говорить не только у нас в стране. Это технология, ну, условно назовем, виртуального кандидата. Не показывали господина Зеленского до того момента, пока зритель, который не определился, сам вместо него не напридумывал себе Зеленского. Поэтому один рецепт, вот не только Мессии, есть еще очень много Зеленских, очень многих избирателей, которые его сами он себе придумали. Если услышишь, много Зеленских, есть он один. У каждых многих избирателей. Каждый рисовал себе другого Зеленского. И вот это вот разочарование, оно может быть очень сильным. Поэтому, как правильно говорил до выборов, буквально в субботу, господин Шпинарев, 70% это много. Я бы посоветовал бы Зеленскому все-таки выигрывать с разрывом где-то 60. Федорон послушал, сделал Шпинарева. Да. На самом деле, я слушал Шпинарева. Я думаю, что буквально уже через, еще до того, как пройдет инаугурация Зеленского, рейтинги опустятся до уровня первого тура. Потому что остальные политические партии, которые понимают, что у них чуть подотобрали, сейчас активно на всех телеканалах начнут возвращать повернуть своих приемных детей. К президентской инаугурации Зеленский и Порошенко подойдут с процентом 30-15. Она на инаугурации придет еще один. Один из них. Да. Так, Виктор. Самое главное достижение, это не важно уже какой будет процент, это уже будет проблема Зеленского в барахтане, что случился прецедент в этой стране. Вот случился прецедент. Когда первый новый полицейский в красивой форме взял взятку за превышение скорости, кончилась полиция, та новая, о которой мы мечтали. Поэтому это будет проблема Зеленского. Я хочу чуть-чуть вашего разрешения, не знаю, как в эфире на вашем канале, но я хочу рассказать по теме анекдот, чтобы все поняли. Можно, да? Если там нема каких-то слив? Нет, слив там есть. Как же анекдот без слив? Там поганых слив нема. А пантомиму? Так вот, с хорошими словами. В чем главная проблема этой страны, этой системы? Я скажу. В советские времена Рабинович работал главным бухгалтером на базе овощной. Бывало. Ну, воровали все. Директор воровал, носил первым секретарем партии. Все как положено. Как крой делался в Советском Союзе. Как в Украине сейчас. Но посадили Рабиновича, главного бухгалтера. Сидел он добросовестно 10 лет. Вышел из тюрьмы. Бухгалтер был классный. Пошел первым секретарем партии. Вернулся. Ну, которому он заносил, он лично носил. Он говорит, товарищ первый секретарь, говорит, вот освободился, нужна работа. Он говорит, тебе с удовольствием. Ты был на какой базе главный бухгалтер? Он говорит, на первой, говорит, на второй. Есть место, база круче. Он говорит, даже слышать не хочу, ничего брать не буду, хочу честную работу. Он говорит, честную? Он говорит, ну я должен подумать, приди завтра. Он пришел, говорит, нашел для тебя честную работу. А он говорит, и кем? Говорит, будешь в театре играть роль лебедя в оперном.
А Рабинович говорит, а что я буду с этого иметь? Он говорит, а что имеет лебедь? Длинную шею, короткие ноги и голый зад. И голый зад. Понятно, да? Рабинович. Да, да. Это имеет лебедь. Так вот, я хочу на этом примере, на этом анекдоте, который оказался не смешным для вас, для меня он был смешным. Нет, просто я его знал, поэтому. Это не важно, да. Но если что, может, еще раз сказать. Личный чек. Вот, все-таки посмеялся. Это, говорит, зажигание сработало. Вот так вот. Хочу сказать, система построена так. Если вы мне скажете, что на таможне идет работа человек, он так он рвался всю жизнь, это его любимое дело, идти на таможню и дышать этим газом. Или в налоговую полицию, или просто в полицию идет на энтузиазме следователям, что он хочет навести в стране порядок, я вам не поверю. Система построена так, что людям дают такую зарплату, что они вынуждены встраиваться в систему. А если он такой вот, как роль лебедя с голым этим местом, так и хочет работать на зарплату, быстро оттуда выдавит или подставит. Это делается в стране. Ни один Зеленский, ни один Порошенко, ни одна Тимошенко на инвалидной коляске со страдальческим после клиники Шарите в Берлине лицом. Она не наведет никакой порядок в этой стране, пока будет работать система. И никакой Зеленский не поломает эту систему, не настраивайтесь. Но Зеленский создаст прецедент. И если он посадит пару человек, даже мельче, чем Гонтарева, которая плевать на всех из Лондона хотела, но хотя бы получит второй срок или третий Луценко, он войдет в историю Украины. Не Луценко, а Зеленский войдет. Это он должен сделать. Не надо просыпаться утром, думать, все, мы стали как на Западе. Вот тут надо менять. Моя хата с краю надо менять. А она пока остается. Мы стали как на Западе, абсолютно, потому что еще 30 лет назад в Америке невозможно было представить, что афроамериканец или организатор конкурсов красоты станет президентом Америки. Как еврей, президент Украины. Да. Кто мог представить? Во Львове кто-то мог Америка представить. Америка — это свободная страна, и там это произошло. Украина на этими выборами просто показала, что она свободная страна. Может человек не из системы стать президентом. Вот эти настроения, которые пропагандируют Виктор и Игорь, на самом деле они начались где-то примерно полгода назад, и даже, может быть, 3-4 месяца, когда начали по всем телеканалам нам рассказывать, что ребята, ну как же, без коррупции ничего не получится. Все рухнет. Коррупция. Нас начали уговаривать и готовить к тому, что коррупция вечна. На самом деле коррупция существует, но она не системна. Коррупция существует, но она не должна быть в стране системной. И от этой системы будут постепенно уходить, если у Зеленского получится. Сегодня Зеленский показал стране пример, что любой человек, абсолютно любой, если обладает хоть какой-то популярностью у себя в селе, в городе, в районе, каким-то небольшим количеством денег, уровня... Это был оборот, как говоришь. Про Зеленского? Про конкретного Зеленского? Это он может пойти... Нет, я говорю, любой человек. Не он для... Теоретически. По сравнению с Тимошенко, Бойко, Вилкулом, кто там еще был? Порошенко и остальными политиками, Зеленский — любой человек. Любой человек в стране может пойти и попробовать себя в политике. Стать депутатом сельсовета, главой района, пойти в депутаты городского совета. Сегодня вы увидите, какое огромное количество людей активных пойдет во власть уже даже через полгода уже. Если говорить о местных выборах. Дима, а что с памятью? А где все те новые лица, которые сейчас в парламенте? Да? Ты помнишь Казака того нового, ты помнишь Парасюка и т.д. Савченко, это тоже новые лица. Так это вопрос Петру Алексеевичу, что он, ведя туда новые лица, в итоге их встроил в старую систему. Как раз новые лица были в большинстве своем не у Петра Алексеевича. Конечно, они были в самопомощи. Нет, тут Ива правы, там хтось з Батьківщини, хтось з Народного фронту були в БПП. Рада була різна, там були нові обличчя, але зараз їх нульовий кредит довіри. То же самое будет. Меня лично не интересует кредит доверия ни до парламента, ни до президента. Мне интересует страна возможностей. Больше ударит не один-два посаженных, а элементарный, открытый, ясный закон, например, о рынке земли. Ударит больше по коррупции не еще два посаженных, а нормальный закон об обязательном страховании жилья,
да, зданий и сооружений от огня и других рисков. Нет, нужны механизмы. Полная приватизация всего, что есть в государстве. О летнем саде, театре тоже должен быть. Ну, это серьезно. Ну, давайте, это больное, оставьте его. Нет, это как раз здоровое. Не добивайте. Меня уже так бьют, вы не добивайте меня. Посадки нужны. И тогда, вы знаете, как в Турции, это уже не анекдот, когда-то в Османской империи прорвавшись, в бочке с дерьмом возили и под бой барабана собрали. Посмотрите на Китай. Расстреливают, и коррупция есть. Ну, я там не был, в отличие от вас, поэтому я коррупцию там не считал. Да, можно читать теорию. У нас кроме коррупции ничего нет. Можно читать сообщения. Так, завершите думку. Завершили думку? Питання, так. Тепер давайте ми тобі вопроси позадаємо. Я дякую за досить такі... Ви позвали журналістів, вони ж вам не дадуть слово сказати. Я так і уявляв наші... А ти от буде нещасний, розумієш? Ми обов'язково ще будемо підбивати підсумки взагалі цієї виборчої кампанії, тим паче, що одна завершується на інаугурації і починається друга. Чи буде це дострокові вибори, чи не буде дострокових парламентських виборів, це тема вже іншого ефіру. Дякую, панове. Я вважаю, що ми повинні ще зібратися в цій кампанії. Я відпочину за любки наступні півгодини. Я думаю, що Зеленський смотрить наш прямий ефір, тому це велике діло. Він сидить. Не сидить, я прийшов. Ви знаєте, Зеленських декілька ж, як казав Дмитрій Ігор. А мене не було вначалі. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». Бережіть себе. До наступних зустрічей в ефірі.